Сергей, наши читатели очень часто сталкиваются с такой проблемой, что когда они обращаются в какие-либо органы или ведомства, чтобы получить информацию о своих соседях, о жильцах, чтобы выдать им приглашение на, например, учредительное собрание, то им отвечают, что это личные и персональные данные, которые они не имеют права разглашать. Как быть, как поступать в такой ситуации? В данной ситуации нужно брать во внимание, что все законы, которые регулируют право на приватную жизнь, на частность, они в данном контексте должны толковаться как общие законы. Более специальным законом данных в сфере вот именно создания ОСМД, функционирования дома, является закон Украины об особенности осуществления права собственности в многоквартирном доме. В этом законе статьей 6 в части 4 установлено право сособственников получить бесплатную информацию о том, кому принадлежит право собственности в этом доме и какая площадь вот у этих и на какую площадь есть право собственности. Но там есть оговорка, что в порядке и в объемах, установленных законом. То есть формально эта норма должна работать железно, но механизм ее работы не до конца регламентирован законодательством, в связи с чем люди могут, даже ссылаясь на эту норму, столкнуться с отсутствием, ну, с неспособствованием органов, которые распоряжаются данной информацией. И опять же, они будут ссылаться на общие нормы законодательства только потому, что вот эта норма, которая вот вроде бы прямо дает право на доступ к информации, кто же сособственник твоего дома, кому ты должен отправить уведомление, с кем ты должен делить расходы, с кем ты должен вместе принимать решение об управлении домом, вот этот вот механизм получения к этой информации еще не до конца реализован, по нашему мнению, чисто юридически. И я думаю, что это предмет дальнейшего улучшения законодательства в данной сфере. А в таком случае как же действовать, когда о том или ином собственнике нет никакой информации? Ну, опять же, механизм получения информации – это подойти лично к человеку, ну, попытаться найти собственника. Вот это первый вариант. Второй вариант – это обратиться к органам, которые являются распорядителем данной информации. Нам нужно понимать, что жилищно-коммунальное хозяйство у нас формировалось в течение, вот, ну, и реформировалось многократно за последние 25 лет. Поэтому вот органы, которые выдавали право собственности, менялись, реестры менялись. То есть единого окна, вот, единого органа, которого сейчас вот можно обратиться и получить полную информацию, в данный момент нету. Та информация, которая есть в ныне действующем официальном реестре прав на недвижимость, она не является полной в связи с тем, что там отсутствуют объекты, право собственности на которых зарегистрировано до создания этого реестра. Получается, новострой мы можем найти в этом реестре, а старую постройку мы там найти не можем. До какого года? До 2003 года. То есть более раннюю застройку нужно обращаться в органы, которые, ну, нужно найти органы, которые вот, к примеру, можно по документам у имеющихся сособственников выявить, кто выдавал им право собственности на этот объект. И, соответственно, обратиться в этот орган, либо, если этот орган был расформирован, обратиться к его правопреемнику, либо в государственный архив, в случае, если ликвидация происходит. Органы юридического лица, данные уходят в архив.